мы за вас тут пострадаем и получим за вас, опять же, удовольствие. Если бы я применил анальный крем, гонка мне бы зашла. Не доехал, я вот тут два поворота в лес заехал, и я порезал покрышку. В календаре себе не запишу это. Хорошо, что я не поехал на сотку, потому что меня 50 километров убили просто в планину. Пацаны, спасибо. Давайте за финиш. Ой, блядь! О! Охренеть! Мне начинает нравиться. Вот шашлычками пахнет прям. Да-да-да. Аро, Пашка не смог, он заболел. Серьезно? Да, за час до отъезда. Как передаю привет Паву, которая сейчас отсутствует. Мы за вас тут пострадаем и получим за вас, опять же, удовольствие. Он за час до отъезда говорит, мне температура. Мои соболезнования, Паша, что ты заболел, мне теперь ехать не с кем. Такая конкуренция, да, обещала конкуренция, быть. Да. Ты должен был быть моим паровозом. А маски можно взять? Спасибо. Катя, тебе? Вот такая, вот такая. А это надо на старте. На старт, а потом выбросить. Ой, ё. Да, я затыкал с передачей. Блять, ёбаный песок. А оно... Давай, удачи. Давай. Так, ну це дозволяється, це досвідчена категорія, тут немає права сперечатися. Немає, що скажеш? Скажу, что хорошо, что я не поехал на сотку, потому что меня 50 километров убили просто в планину. Я последние полкруга, как обычно, ехал на судорогах. Как гонка? Да, ничего. Ты сотку ехал? Я не доехал. Я вот тут два поворота в лес заехал, и я порезал покрышку, да. И... Ну, блин, надо было проверять, и не долил герметы, не было герметы. Вот то я свое погонял, оправдываю, я пиво пью. Пацаны, спасибо. Давайте за финиш. Сказывай твои ощущения. Кстати, Паша, я тебе это передавал. Ощущения я не ожидал вообще. Я в шоке. Поедешь еще раз? Конечно. 100? Так хоть 200. После поворотов надо разгоняться, конечно. Это очень тяжело. Постоянно притапливать. Я даже не знала, где воды попить. Фух. Постоянно нет, воды следить. Воды очень много мест. Прямиков, но... Тут гель даже, я думаю, блин, где ж тут гель открыть? В календаре себе не запишу это. Я хотел спросить у присутствующих, кто-нибудь пожалел о том, что не воспользовался смазкой для этого? Чувак, я хотел воспользоваться. Я, она ты у меня тоже в рюкзак... хотел? Она у меня в рюкзаке, а я ехал и мечтал. Я на втором просто... круге хотел ей воспользоваться, но мне было влом останавливаться. Вот Харьков тут отдыхает. Приятного аппетита. Спасибо. Как ощущения? Ехала гонку? Нет, вот ехали. Почему? Я их кормлю, а и водичку им подаю. Это наш саппорт. Саппорт, Харьков, саппорт. Блин, ребят, надо в Харьков переезжать. Если бы я применил анальный крем вот этот,
то гонка мне бы зашла, а так не зашла. Гонка, на которой вообще негде отдохнуть. Вот 50 надо... метров проезжаешь, просто вот пушка. Короче, вот 50 это идеальная дистанция. Да, 50 это уже идеально, страдало. Все остальное это страдание, боли страдания. Вы как один из организаторов? Нет, один из победителей. О, и ваше впечатление? Да вот, что? Как бы все нормально. Что? Это... Ну, все как хорошо. Вам гонка вообще зашла? Да, конечно, зашла. Погода хорошая, все хорошо. Да, если бы дождь пошел, печаль была бы. Дождь завтра на Львовской сотке будет.